Проходи. Впадина Кызылдар. И вот мы подходим к вершине Кызылджар. Перед нами, как на ладони, Угамский хребет, Коксуйский хребет, Чирвакское водохранилище. Эта гора называется Мингтухум. По легенде, в ней захоронено 1000 яиц, наверное, динозавров. Скоро глобальное потепление так пригреет, что они проснутся. И здесь будет у нас национальный парк динозавров. Это долина реки Гальвасай, которая впадает в Чирчик. А он там вдалеке, в тумане, виден город Газалкен. И спуск хребта Каржантау к самому Ташкенту. Вот здесь мы видим гора Кумбель. А вон там Амирсай, новый лыжный курорт. Это кафе Шурпа. Здесь перевал Меловой. Вот дорога проходит через перевал Меловой. Вот наша группа. Поход продолжается. Вот эта вершина называется Акшуран, то есть Кунгур-Бука. А перевал между ними, вот между Мингтухум и Кунгур-Бука, это называется Акшуран. Мы туда придем сегодня.